13 лет назад Марчелло Крету вступил на русскую землю. Знакомство началось с Москвы. Итальянец предполагал пробыть в России 3 месяца. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Месяцы незаметно переросли в года, и домой на родину Марчелло пока не собирается. А его родина – это ни много ни мало Рим. До России Марчелло успел поработать в 14 странах. Перед поездкой в Россию друзья советовали – поищи другую страну. Но Марчелло рискнул и не разочаровался. Дон Марчелло родился в семье, которая занималась ресторанным бизнесом. Все его детство прошло на кухне. Повар в Италии – это не просто повар, это человек, который приглашает к себе в гости. Не каждый из нас может похвастаться фото с первыми лицами, а вот у Марчелло такое есть. Во Владивостоке он готовил пасту для Дмитрия Медведева. Облик других народов зачастую определяют стереотипы. У нас, у русских, есть несколько относительно итальянцев. Мы решили выяснить, насколько они правдивы. Правда, я могу говорить вам, или я на мои детей готовил... что-нибудь особенно вкусное, красивое, дорогие виды морепродукты и десерты, и фрукты, и все. В конце, когда они говорили спасибо, пап, все хорошо, все вкусно было, они потом говорят, а когда пасту будем кушать? Правда. Мама генерал, а дети солдаты. Они слушают и молчат. Передали через кровью, через мозга. Не знаю. Мама главная. Невозможно. У меня есть деньги, а убрать нету. Потому что мама делает так, как я надо даю, и убрать жить хорошо. Мы думаем, что итальянцы любят много говорить. При этом они так усиленно жестикулируют, когда они говорят, уделяют много внимания приветствию, расцеловывают человека, когда встречаются. Правда, жмут. Полная правда. Отключая быстро, правда, правда. Они любят много говорить, жестикулировать, эмоции показали. Правильно. Правда. Они такие. Такие характеры, такие душа, такие эмоциональные. Я политика не люблю. Ага. Ну, правда. Тоже правда, да? Правда. Правда, потому что налоги там невозможно платить. Или другая страна есть до 20% налоги, у нас есть на 60%. Действительно, русские и итальянцы во многом похожи друг на друга. Ну, вы понимаете, о чем я. Уссурийск, похоже, станет для Дона Марчелло и его семьи домом надолго. В планах открыть еще одну пиццерию, пригласить на работу певца из Италии. А в ближайших планах после Нового года на несколько недель отправиться к себе на родину в Рим. Меня там ждет дети, семья. Ждет меня Ватикан, хочу пойду на Ватикан, церковь молиться.